Фигурное катание едва ли не самый космополитический вид спорта, особенно в последние пару десятилетий. Переезды из страны в страну и сотрудничество с иностранными специалистами – обычное дело, особенно если речь идет о парном катании или танцах на льду. Тут могут складываться самые необычные дуэты. Один пример – олимпийских чемпионов Пхенчхана и чемпионов мира Алена Савченко и Бруно Массо, чего стоит украинка и француз, выступающие за Германию. И можно найти еще не один подобный случае спортивной миграции. Кто-то, как и Изабелла Тобиас, менял спортивное гражданство не по одному разу. Выступающая в танцах уроженка Нью-Йорка сначала получила литовское гражданство и на Олимпиаде в 2014-м выступала за эту страну в дуэте с Дэвидасом Стагнюнасом, после чего встала в пару с россиянином Ильей Ткаченко, но выступают они за Израиль. Россия в этом круговороте до последнего времени была представлена главным образом тренерами, которые охотно сотрудничали с зарубежными спортсменами. Например, Татьяна Тарасова успешно работала с Сашей Коэн, Мао Асадо, Шидзука Аракава. Из совсем свежих примеров тандем Алексея Мишина и итальянки Каролины Костер. И это не говоря уже о специалистах, которые давно уехали в Северную Америку. Марине Зуевой, Игоре Шпильбанде, Рафаэле Арутиняне. Так что в этом контексте переход Медведевой к Брайану Орсеру и ее отец в Канаду – ситуация для фигурного катания совершенно нормальная. Уникальность в другом. Медведева, по сути, первая российская фигуристка высокого класса, отправляющаяся тренироваться в другую страну к иностранному специалисту. Можно сказать, что ездили и до нее. Например, Алексей Ягодин в свое время уезжал в Америку к Тарасовой. Никита Коцалапов и Виктория Синицына, только встав в пару, поехали работать в США к Зуевой и ее команде. Несколько дней назад появилась новость, что Михаил Коляда отправится к Арутиняну, но на несколько месяцев и вместе со своим многолетним тренером Валентиной Чеботоревой. Но вот так, чтобы надолго и к иностранцу, тут Медведев первый. То, что давно стало нормой, для нас пока нонсенс. Не можешь произойти с Женей Медведевой. Ну вот как?